За справедливое наказание преступника выступила группа инициативных граждан. На пикет возле здания областного суда вышли жители, которые ратуют за тюремное заключение для Михаила Лысенко. Напомню, экс-главе Энгельского района 13 октября будет объявлен окончательный приговор. Участники пикета выразили недоумение по поводу возможного освобождения бывшего чиновника. Они заявили, что поддерживают законы Российской Федерации и не хотят, чтобы снова начался разгул бандитизма.